Сегодня у нас 4 октября 2017 года, поселок Потеряевка. Вот у нас тут лагерный пруд. Дождик идет. Вчера целый ливень, вечер пошел. Вот. Здесь вот мы закончили работы все эти. С этим сливом, с дамбой. Тут укрепили, вот тут было в том году. Не до конца тут довели, досок не хватало на стенку. И пришлось, вымыло водой эту целую яму. Вот пришлось затрамбовать. Солома с глиной. Вот он как выглядит. Ой. Вот так вот. И тот берег тоже. Вот новая у нас насыпь сделана. Тоже промыто было. Сейчас, слава богу, вроде должно выдержать весенний поток. Вот с братом тут у нас все остатки остались. Доски всякие разные. Надо ее убрать, а то она сильно торчит. Вот так вот. Все убрал. Вот. Вот брат бакулки вылавливает. Когда я спиливал, столбушки по высоте делал, короче, вот. Они попадали в воду. Вот брат их выловит. Тут уже бобер трудится во все опять. Где-то мы свежее дерево видели, подгрызено. Тут он что-то попробовал, не понравилось, что-то не стал. Здесь тоже что-то кору только одну содрал. И, может, кто-то его спугнул. Он поздирал их в нескольких местах. Или как мы делаем, прежде чем спилить, топором замечаем дерево, чтобы потом не забыть его спилить. Видимо, он точно так же делает. Мерку. Метку, вернее. Вот. Вот она, вроде бы свежак, сгрызена. Вот-вот еще один заход, и он его догрызет. Ну, то есть, трудится. Раз Господь сказал трудиться, значит трудится по-своему. Сейчас дамба-то настолько сырая, что у меня тут такие лапти получились. Вон. Слава Богу за все. Сейчас я покажу там, как сеткой мы заделали. Немножко. Брат, возьмешь эту бензопилу? Бензопилу. А я засниму сейчас еще. Там до конца. Ну или давай вилы. Проволоку надо его сейчас забрать. Проволока еще нам нужна будет. Вот сейчас покажем начало самое. Стараюсь по траве идти, потому что там сильно много глины налипает. Столбушки наши. Еще надо будет их домазать, а потом уже только дерево ставить. Сколько бакулок лежит березовых. Сгодятся еще. Вон даже видно, вода стоит на дамбе. Вчера дождь хороший прошелся. Еще и ночью лил. Вот, мы сеткой затянули. Вот. Чтобы коровы сюда не заходили. Кто-нибудь будет разрушать берега у дамбы. Сейчас вот эту жертву еще приподнять может чуть-чуть, и все. На этом вся работа наша закончилась.
Слава Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя.